Как попасть в тренинг-центр Ольги Васильевны? Значит, вы все получите сейчас в чат вот такую ссылку. Давайте я прям при вас ее кину. Ссылка на ТЦ. Я ее отправляю. Пройдя по этой ссылке, вы попадете на страничку регистрации. Значит, смотрите, как эта страничка выглядит. Так как у меня вот в моем основном браузере уже открыт тренинг-центр, я вам буду показывать, что буду видеть я, что будете видеть вы, чтобы у вас была целостная картина, потому что это пригодится для спонсоров, которые будут потом свои тренинг-центры. То есть я сейчас открою еще один браузер, вот этот. Вы по этой ссылочке проходите прямо из кайп-чата, просто на нее кликаете. Просто я сейчас кликну в чате, у меня она откроется в Яндекс.Браузере, где у меня уже открыт личный кабинет Ольги Васильевны. Значит, я эту ссылку просто вставляю в адресную строку, нажимаю клавишу Enter. Вот попадаю на главную страницу сервиса Век Роста. Именно на этой платформе у нас реализован тренинг-центр. Значит, нажимаете кнопочку «Войти». Далее, какие ваши действия? В поле, где написано «Введите название компании», вы щелкаете сюда мышкой, появляется маркер. Переключаетесь на английский. У кого русский стоит, переключаетесь на английский. И печатаете «Vivasan». Первые две буковки набираете, и вот уже наша компания. Видите? Кстати, обратите внимание, наша задача быть вот такими же жирненькими, как компании, которые у нас расположены сразу при поиске. Но я думаю, что это не за горами. Итак, выбрали компанию «Vivasan». Далее вы указываете адрес электронной почты, которой вы пользуетесь. То есть вы в эту почту должны войти. Я сейчас войду в чужую почту. Вот я ее создавал для индийского фестиваля. Вот я сейчас скопирую ее адрес. Копирую адрес почты, своей работающей почты, в строчку электронная почта. Отмечаю галочкой, что я согласен с условиями регистрации. И отмечаю галочкой, что я не робот. Если возникнет вот такая капча, вам нужно пощелкать на квадратике, где изображено та картинка, которую вам предлагается отгадать. Вот нужно найти светофор. Вот в этой картинке светофор, то есть вот это вот все, вот светофор. И нажать «Подтвердить». Если вы все сделали верно, то есть все квадратики нажали, то сразу капча отгадывается. Если появляется новая картинка, значит, где-то ошиблись. Ну, повторяем до тех пор, пока вот не появится такая зеленая галочка. Нажимаем «Зарегистрироваться». Вот, если вы все сделали верно, появляете вот такое вот сообщение, в котором говорится, что на вашу почту пришло письмо, и вы в этом письме должны продолжить регистрацию. Значит, я перехожу в свою почту. Вот, видите, приходит вот такое вот письмо, личный кабинет. Вот эта ссылочка. Так как я регистрируюсь прям в одном и том же браузере Mozilla, открыл почту в этом браузере, щелкаю по этой ссылке и прохожу на подтверждение. Можно, конечно, скопировать эту ссылку, если, например, она там куда-то вам пришла в другой браузер. Ну, просто щелкаю здесь. И вот сейчас открывается та форма, которую нужно заполнить верно и полностью. Первое поле уже заполнено, то есть почта, и вы ее подтвердили. Следующее, что мы делаем, мы придумываем пароль для входа в платформу «Век Роста». Этот пароль я вам рекомендую сразу же сохранить, потому что он вам будет нужен, если вы там решите удалить, либо изменить какие-то параметры в своей учетной записи. Вот я вчера регистрировался, и вот такой пароль придумывал. Значит, вставляю вот сюда вот пароль. Далее, как вы зарегистрированы в компании, с каким именем, с какой фамилией, вы точно так же вбиваете и в вот этом регистрационном бланке. Потому что, чтобы ваш спонсор понял, что это именно вы. Я пишу, по-русски я пишу. Черноусов Игорь Викторович. Далее. Кликаю в поле «Телефон». Как только вы набираете плюс 7, сразу же сервис определяет, что это Россия. И вводите правильный телефон. Не какой-нибудь левый, не какие-нибудь там 999, а именно тот телефон, которым вы пользуетесь.
900-929-71-42. Если на этом телефоне у вас установлен WhatsApp, то есть вы можете на этом телефоне открыть сообщение в WhatsApp, щелкайте на значок WhatsApp. Если у вас тут и Telegram, щелкайте на Telegram. Если и Viber'ом здесь пользуетесь, тоже на него щелкайте. Вот эти вот три значочка скажут сервису, что на этом телефоне у вас установлены еще и мессенджеры. Пожалуйста, на это обратите внимание. Значит, поле «Компания» уже заполнено. Страна регистрации. Напечатаем R, и уже открылась Россия. Просто выбираем из списка «Россия». И вот теперь мы переходим к важным моментам. Значит, нужно запомнить ваш регистрационный номер в компании Vivasan. Что здесь можно делать? Если вы уже имеете за своими плечами структуру, то вам обязательно сюда нужно написать свой реальный номер, чтобы люди потом вас нашли. Еще раз повторюсь, если у вас есть структура, сюда пишите свой регистрационный номер. Вот мне тут хочется сказать «Маша», но Маше я уже вчера писал, и она мне мой номер, добрый человек, выслал. Я его сюда копирую. Если у вас еще нет структуры, либо вы вообще еще не зарегистрировались в Vivasan, а можно, ну, с моей точки зрения, давать доступ людям, даже еще не зарегистрировавшимся в Vivasan, чтобы они познакомились, что с чем вы учите людей, да, и потом, например, из личного кабинета, посмотрев урок, как пользоваться продукцией, как зарегистрироваться в компании, уже более спокойно зарегистрировались и уже как бы вас не дергали. Вот эти вот значения, ваш номер, он легко исправляется в настройках вашего профиля. Я это сегодня обязательно покажу. У тех, у кого нет номера, сюда можно просто вбить все, что угодно, лишь бы это поле было заполнено. А вот теперь очень важный момент. Регистрационный номер вашего спонсора. Значит, коллеги, сейчас личный кабинет только у одного человека, у Ольги Васильевны. И вот сюда вам нужно вбить номер Ольги Васильевны и вбить его верно. Если вы вобьете какой-то другой номер, либо не заполните этого поля, вы не получите доступа вот сюда. Вот к тренинг-центру Ольги Васильевны вы доступ не получите. И у вас в разделе «Спонсор» тоже будет вот такое вот пустое место. Поэтому мы сейчас все, кто хочет именно учиться в созданном Ольге Васильевне центре, сюда вбиваем номер Ольги Васильевны. Игорь, одно слово, можно? Да. Ребят, это не значит, что я вас всех перебью. Да. Я хотел сейчас об этом 4 раза повторить. Номер только для тренинг-центра. Да. То есть, еще раз повторюсь, это никаким образом не произойдет там движение в структуре Vivasan. Это нет. Это вообще никак не связано. То есть вы регистрируетесь на другом сервисе, где проходит наше обучение. Но если вы хотите получить вот доступ к тренинг-центру Ольги Васильевны, вот к этим во всем урокам, в поле номер спонсора нужно вбить Ольгу Васильевну. И сервис, видите, нашел, что у них есть такой человек, что он уже работает на век роста, что у него есть личный кабинет. И видите, появилась Шерешева Ольга Васильевна. Если вы вобьете что-то другое, здесь ничего не появится. И у вас в поле спонсор будет вот как у меня сейчас, видите, ничего. И у вас будет просто голое поле. Потом всегда можно будет, когда ваш человек, который вас пригласил в Vivasan, под кем вы стоите в Vivasan, создаст свой личный кабинет, вы просто поменяете адрес спонсора и переподключитесь к своему спонсору, но только тогда, когда у него будет свой обучающий центр, когда он перейдет на платный тариф. Надеюсь, это понятно. Но еще раз повторюсь, это никак не связано с движениями в структуре Vivasan. Это связано вот с веком роста, то есть платформа, где мы проходим обучение. Все, нажимаю на кнопочку «Зарегистрироваться». Пароли я никогда не сохраняю в браузере, почему я об этом рассказал в одном из уроков. Вот, меня поздравляют, что я зарегистрировался, нажимаю «Закрыть». И что происходит? Мы попадаем в тренинг-центр. Ну, вот это вот косяк. Здесь вообще-то должен был пойти наш ролик, но
А, может быть, еще понял, почему не пошел этот ролик. Да, я понял, почему. Потому что, обратите внимание, вот здесь написано «не подтверждено». То есть, что сейчас произошло? Вы подали заявку на то, что вы хотите учиться у Ольги Васильевны в ее тренинг-центре. И вот тут ваш статус «не подтверждено». Поэтому и пошел ролик стандарт. Обратите внимание, это будет интересно наперед людям, которые будут приглашать свою структуру в свой тренинг-центр. Смотрите, в разделе «Структура» появилась заявочка, видите, зелененькая. Вот заявка «Структура». То есть моя команда, здесь пока еще никого, ну то есть еще никто не принят в команду на век роста. А вот заявки «Структуры» уже есть. Так, тут уже народ, блин, поназарегистрировался. Ну, я понимаю, уровень у всех разный. Вот моя заявочка, видите, Игорь Черноусов. Я могу открыть эту анкетку, посмотреть, все ли я поля заполнил. Вот, народ, если вот вы, звезды наши, 4 человека, которые уже зарегистрировались, не полностью заполнили анкету, я попрошу вас, напишу вам, чтобы вы все поля заполнили. Вот этот человек точно заполнил. Я ставлю галочку и нажимаю «Подтвердить». Видите? Да, подтвердить. Закрыть. Вот сейчас в разделе «Структура» вот появился Черноусов Игорь Викторович. Видите его контактные данные, что он пользуется на этом телефоне скайпом, ватсапом, вайбером и телеграм. Что произошло у вас? Я сейчас обновлю страничку. Видите? Все. Ваш спонсор на век роста. На век роста. Ольга Васильевна, и вот тут даже можно с ней связаться. То есть, когда оформлю до конца визиточку, здесь будет много интересного написано и контакты связи. Но вот эти вот все контакты, они уже реальные. Через эти контакты вы можете связываться с Ольгой Васильевной. Точно так же вы можете сделать и себе. Так, и вот подключение произошло. Следующее ваше действие какое? Вы переходите в раздел обучения. Видите, здесь у вас зелененькое горит, что есть чему можете научиться. Выбираете спонсоров. Вот те курсы, которые уже сделал ваш спонсор на платформе Века Роста. Я и говорил, что их 4, но 4 вы пока не видите. Он пока закрыт. Я его вначале доделаю, потом выложу. Что вы делаете? Вы нажимаете на кнопочку «Подключить». «Да, хочу». Закрываете. Это все курсы из свободной части, то есть никаких паролей не требуется. Когда вы попытаетесь подключить курс из закрытой части, нажмете на «Подключить», он также у вас будет виден. Вас спросят, введите пароль. То есть вместо вот этого окошечка, вначале появится окошечко, введите пароль. Вы связываетесь с тем человеком, который вас пригласил, ну, например, пока пригласил в тренинг-центр Ольги Васильевны. Этот человек проверит условия, что да, вы соответствуете, даст вам код, вы его введете и подключите. Вот, пожалуйста, подключенные инструменты. Теперь можно учиться, то есть всегда выбирая в обучение, в разделе обучения спонсоры, вы уже будете видеть те курсы, которые подключили, можете создавать свои, если тарифный план вам позволяет, да? Чтобы начать обучение, нажимаю «Обучение». Вот, пожалуйста, список уроков, которые нужно пройти. Если на столбце «Урок» написано «Домашка», то здесь будет домашнее задание. Если нет домашнего задания, так и написано «Нет». Но в любом случае уроки нужно будет проходить пошагово. То есть, например, вот этот урок я не могу выбрать, потому что нужно пройти предварительно. То есть я пытаюсь на него щелкать, а мне не дают. Почему? Потому что я должен начать с первого урока. Щелкаю на первый урок, вот смотрю это видео, вот, и нажимаю на кнопочку «Отметить как изученное». Почему? Потому что у этого урока нет домашнего задания. Там это написано. Да, изучен. Вот, он изучен. Теперь вы можете открыть следующий. Посмотреть видео, перейти к домашнему заданию. Здесь уже придется писать. Вот текст домашнего задания, что нужно сделать. Вот сюда вы его пишете и потом отправляете на проверку. То есть установлено минимальное ограничение по количеству символов при ответе на домашнее задание. Поэтому написать что-нибудь «да» или галочку какую-нибудь поставить, фиг получится, и не пытайтесь. То есть нужно будет домашку выполнять в полном объеме. Причем эти домашки будут приходить мне на проверку. И если я увижу, что вы схалявили, извините за выражение, я вам просто не дам доступ к следующему уроку. Поэтому отвечайте в полном объеме. Вдумчиво изучайте уроки и отправляйте на проверку.
Вот, это что касается обучения. Следующий момент, который нужно вам будет обязательно сделать, прежде чем переходить к обучению, это заполнить свой профиль. Вот это я сейчас расскажу, потому что вам пока потребуется две кнопочки. Это кнопочка обучения, раздел обучения и кнопочка профиль. Вот с этого, пожалуйста, и начните. То есть прежде чем идти в раздел обучения, откройте кнопочку профиль. И здесь вам нужно заполнить вот эти вот первые хотя бы два пункта. Смотрите, личные данные. Вот какие-то данные у вас уже заполнены, но большинство из них пока, извините, отсутствует, да? Мы эти данные должны заполнить. Давайте так договоримся. Ну, сейчас все боятся, мы вот сейчас базу обзваниваем. Я тут много такого интересного наслушался. Значит, давайте так договоримся. Поле, серия и номер паспорта не заполняйте. Вот кто очень боится, что там украдут его личность, там получат кучу кредитов на него, не заполняйте. Значит, дата рождения тоже не хотите, не заполняйте. Просто если эта дата будет заполнена, вы можете получать поздравления с днем рождения. Двигаемся дальше. Значит, посмотрите, кроме номера телефона, к которому привязано что-то, да, вы можете сюда прописать логин вашего скайпа, что ну, очень хорошо. Если у вас Telegram, например, на другом номере, не на этом, а на другом, можете сюда прописать номер Telegram. Дальше двигаемся. Страна. Опять же, вот почему он не скопировал Россию сюда, это сложно сказать, но страну обязательно заполняем. Еще раз. Вот Россия, она уже появилась. Регион. Это обязательно. Воронежская область. Город. Воронеж. Почтовый индекс. Ну, можно не заполнять. Улица. Ну, тоже, в принципе, по желанию. Но город заполняйте обязательно, чтобы мы понимали, откуда вы. Далее. Необходимо заполнить вот эти вот ссылочки на социальные сети. И вот с этим, ну, проблема. Значит, там-там, если не пользуетесь, не заполняйте, это мессенджер социальной сети Mail.ru. То есть они молодцы, они активно развиваются, кроме там фото страны. Вот они сделали еще целый свой мессенджер. А вот ссылки на Одноклассники, ссылки на Контакт, ссылки на Facebook и на Instagram разместить верно. Но размещать их нужно правильно. Вот посмотрите, как это, к сожалению, некоторые делают. Вот я сейчас тут открою ссылочку, да, и вот у меня есть социальные сети. Вот, например, ссылка на Одноклассники. Очень часто люди, которые находятся, вот так вот заходят, да, они берут вот эту вот ссылку, берут и копируют. И потом ее размещают, смотрите. Вот. Эта ссылка не на вашу страничку, это ссылка просто на ресурс Одноклассники. Я никогда вас там не найду вот по этой ссылке. Ну, найду, у меня есть номер телефона и ваша фамилия. Но лучше сразу размещать ссылку верно. Хотите правильно получить ссылку на Одноклассники, нажимайте на свою фамилию вот сюда. И вот вы попали на свою страничку. То есть на вашей страничке вот должна быть вот такая вот шапка. Вот если так выглядит, значит, все окей, я там. И вот теперь вот эту вот ссылочку вы копируете и размещаете ее в поле Одноклассники, видите? Контакт. Опять же, идем в контакт. Здесь как бы может быть попроще, но тоже все равно народ пытается кидать ссылку, опять же, вот сюда, вот на это, на поле фид. Это опять же никаким образом не связано с вами. Посмотрите, если вы такую ссылочку будете кидать, вы кидаете просто на новостную ленту контакта. А нам нужна ссылка на вашу страничку. Видите, здесь есть прям пункт «Моя страница». Вот щелкнул сюда, и вот она, ваша страничка. И вот ее берете и размещаете. С Фейсбуком, нелюбимой социальной сетью в Инстаграм поступайте точно так же. Ну, давайте доделаю тогда с Фейсбуком. Вот Фейсбук. Опять же, попадаем на фид, да? Щелкаю на Игорь Черноусов. Вот в правом верхнем уголке. Тоже открывается страничка с шапкой. Это вот и есть моя страничка. Вот видите, она такая более длинная, но ничего страшного. Вот я ее размещаю. В Инстаграм просто можете сюда свой логин через собаку написать и так далее. Вот, заполнили это, нажимаете «Сохранить», обязательно нажимаете «Сохранить». Тогда у вас будет полностью заполненный профиль, и с вами может связаться пригласивший вас человек, потому что вот все вот эти вот данные
они как раз и вот появляются в визитке. Вот когда я вам показывал, смотрите, связаться с вашим спонсором, открывается вот такая визитка, и вот эти вот ссылочки, они появляются только в одном случае, если вы их разместили в профиле. Не разместили, ну, тогда плохо будет. Так, теперь что вам еще потребуется? Значит, учетная запись. Здесь вот как раз вы можете поменять свой регистрационный номер, но это для тех, кто зарегистрировался в веке роста, не регистрируясь на сайте официального Vivasan, ну, у кого, например, еще номера нет. Но лучше, конечно, вначале пройти хотя бы бесплатную регистрацию на официальном сайте, то есть получить этот номер и его правильно сразу вписать. Но надо понимать, что у кого-то вот с регистрациями проблемы. И людям нужно рассказать, как зарегистрироваться вначале, понимаете, чтобы они не мучились. Вот, и это проще всего сделать из тренинг-центра, записав понятный ролик, как зарегистрироваться на официальном сайте, как получить номер. И потом, где его вот исправить. Вот вбили сюда свой номер, нажали «Сохранить». И вот то, что вам однозначно потребуется. То есть, когда ваш спонсор, пригласивший вас именно в компанию Vivasan, под кем вы в компании записаны, создаст свой учебный центр, вы войдете в профиль, выберете раздел «Спонсор» и вот сюда вот вобьете реального спонсора. То есть нажмете на кнопочку «Открепиться» и переподкрепитесь в веке роста, не в Vivasan, а в веке роста, под учебный кабинет своего спонсора. Но только тогда, когда он будет. И все это делается легко и просто, ну, в два клика. Ну, надеюсь, это понятно. В заключение, что я вам хочу сказать. Значит, эта платформа, она монетизируется. И, конечно, монетизируются они реально круто. Вас тут будут заманивать всякими разными вкусностями, ну, очень разными. То есть у них тут есть раздел «Магазин». И так как основная боль сетевиков – это как привлекать клиентов, большинство курсов тут с очень красивыми названиями, и вот этот их квест «Век роста» тоже с очень красивым названием, понимаете? Тут тоже очень красивое название, то есть как получать 7 активных клиентов за день на полном автоване, очень красиво, понимаете? В магазине тоже много всего с красивыми названиями, но все это стоит денег, и денег немалых, скажем так, для кого-то, да? Ну, вот могу вам привести пример, чтобы вы понимали. Вот, например, у них в магазине есть вот такой вот тренинг. Меня всегда интересовали всячески, интересовали и интересуют различные средства автоматизации. Это вот моя любимая тема, да. И вот у них тут есть курс. Не знаю, в каком он году написан, тут почему-то не указан, потому что если он написан больше года назад, актуальности в нем нет. А он точно написан больше года назад, скорее всего. Потому что обучающий ролик в квесте написан в 2019 году. Он стоит 4900 рублей. Значит, посмотрите, есть вот такой замечательный ресурс, у меня пользуется им мой знакомый. В закрытой части я тоже кое-чем поделюсь из этого замечательного ресурса. И вот на складчике этот же самый тренинг, вот тут полный его вариант, он продается, то есть продавался за 155 рублей. То есть реальная цена, сколько он на веки роста стоит, 4900, здесь его продавали за 150 и его не купили. Вот лично для меня это большой показатель того, что, ну, значит, курс не настолько хорош. Плюс, если вы хотите так активно чему-то научиться, все-таки не надо поступать по такому принципу. Я сейчас понакуплю всего себе, свалю это все у себя на компьютер, и пусть у меня там все это дело лежит. Поэтому люди многие так именно, к сожалению, и поступают. То есть покупают курсы и не изучают их. Кто-то там качает с каких-то свободных ресурсов, open source, складчик и так далее. И весь компьютер – это просто какое-то хранилище, какой-то полезной, но неиспользуемой информации. Это вообще неправильный подход к изучению, честно. Не тратьте пока время. То есть начните пока с малого, то есть получите какой-то результат, а дальше уже, как говорится, будет видно. Потому что, конечно, моя, например, задача по максимуму вытащить все полезное из этой платформы. То есть, да, докрутить то, о чем они кричат, сделать эту автоматизированную систему привлечения, но покупать у них ее за 11700 рублей я не хочу, потому что вся эта система — это один одностраничный сайт и рассылка, ну и все по большому счету.
Поэтому все это довольно просто и легко настраивается. И когда ваш уровень компетентности, уровень технических знаний вот, позволит вам это делать, всем, кому это захочется сделать, я это помогу, ну, потому что я-то по-любому это сделаю. Зачем мы, скажем так, купили эту платформу, да? То есть оплачиваем эту платформу. Но для того, чтобы все, что можно из нее взять и использовать. Пока мы взяли только одно. Это обучение. Вот. И вот работа со структурами, но это прикрепляется автоматически. То есть это, конечно, очень удобно, очень классно. Теперь осталось докрутить то, о чем они кричат. То есть это автоматизация процесса привлечения. А автоматизация очень простая, то есть создается сайт, и потом заявки с сайта сразу автоматически падают вот сюда, вот в структуру, в заявки структуры. То есть вот так же вот будут появляться люди, да. Вот видите, вот, например, 3 человека, да, с адресом там поспешили и так далее. То есть все это работает, все это в одном месте, достаточно удобно коммуницироваться, общаться с людьми. И все это делается через интернет, и удобно, просто, и многим это нравится. Если, конечно, вам кажется, что все это, ну, сложно, но это нормальное явление, потому что, поверьте, любое новое дело, оно всегда сложно. То есть не бывает так, что я сел, блин, и сразу у меня все получилось. Но это чудес не бывает. Всегда какое-то новое дело, оно сложно. Вот, и всегда требуется время, силы, чтобы с этим разобраться. Главное, чтобы у вас было желание. Вот если у вас есть желание с этим разбираться, вы понимаете, что да, не хочется с этим разбираться, вы с этим разберетесь, потому что, ну, я вам помогу, Ольга Васильевна вам поможет, люди, которые у нас сейчас в чате, я очень надеюсь на то, что вы будете друг другу помогать. Но получиться оно не может. Главное – желание. Вот если у вас нет желания, вы найдете себе кучу возможностей, кучу оправданий. Я там уже пожилой, там старый, там нет, я это не изучу, зачем мне это, я не понимаю, как это работает, лучше я там буду привлекать так вот по старинке. Привлекайте уже привычным вам способом, привлекайте, вам же никто не говорит, бросьте это. Но можно же еще что-то искать, потому что когда человек тянет что-то из одного места, как, знаете, яйца в одной корзине, ну, когда-то это может и не так эффективно работать, потому что все вот так вот развивается, да, то на взлете, то на падении. Поэтому всегда нужно искать какие-то новые способы. Поэтому, если будет желание с этим разобраться, то есть с интернетом, с этими компьютерами, вы разберетесь, неважно в каком вы возрасте. Потому что, ну, все вам будут помогать. Ну, вроде все. Сколько? 10:24. Ну, прям. Ну, размечтались, вот. Все. Я еще тут вот не могу уже молчать. А, все, я тогда замолкаю. Так, Игорь, а меня как-нибудь может быть видно? Или... А, я поняла. Это я была не права. В общем, учиться мне еще учиться. Я, наверное, буду все равно в темноте. Включи свет, пожалуйста. Ну, вдруг меня, правда, кто-нибудь увидит. Зря, что ли, я платье надевала красивое. Ну, извините, я в темноте, зато вот. Ну что, дорогие мои друзья, я, во-первых, поздравляю вас с первым нашим обучением, с первым нашим боем в нашем новом фронте. И хочу поблагодарить Игоря. И еще отдельное спасибо, конечно, Виктории. Виктория уже несколько суток занимается только тем, что принимает звонки и с просьбами подключить. Все подключила, сделала списки по фамилиям, по именам. Все прям замечательно и чудесно. Но при этом сегодня утром еще без 2:10 еще были крики о помощи. Подключите еще меня. Поэтому, ребят, кто еще хочет или кто-то кого-то хочет подключить, ну, это уже ваше дело, просто делайте это не во время нашего обучения. Что еще хочу сказать? Игорь обозначил задачи. Первая наша задача, самая большая, самая глобальная, и не только наша, любого бизнеса, это привлечение новых клиентов. Другой задачи в бизнесе ни в каком нету. Любой магазин, он все равно будет стараться, чтобы у него было как можно больше клиентов. Он будет менять местоположение офиса, он будет давать рекламу, он будет все что угодно делать, но чтобы были новые клиенты, новые привлечения. А в сетевом бизнесе все то же самое, только в большем объеме.
потому что продукт, который мы предлагаем, он нужен для здоровья, только, к сожалению, мы вспоминаем о нашем здоровье, когда уже что-то серьезное происходит. Вот это первая наша задача. А вторая наша, не менее значимая задача, когда эти люди пришли, дать им информацию. И вот в огромном нашем количестве нашей информации в голове и при большом скоплении людей это практически нереально. Если раньше мы приглашали людей, кто-то придет, кто-то не придет, ну все хорошо, то сейчас... Такие колоссальные возможности, Игорь показал вам, что как это вообще сделать можно, да? Просто записать свой какое-то свое выступление, которое слушали 10 человек, бросить его в соцсети и, или по своим контактам, и их уже увидят тысячи людей. Сколько вообще есть в этих контактах, и кто может это разместить. И то же самое с обучением. Потому что даже если мы много людей подписываем, но они ничего не понимают в нашем продукте, мало разбираются в бизнесе, или как просто подработать, как сделать так, чтобы это было выгодно тебе участвовать, просто иметь дисконтную карту, вот это еще одна колоссальная задача. Это задача, которая будет решаться вот в нашем тренинг-центре. Ну, я надеюсь, конечно. Все, кто захочет, это будет сделано точно совершенно. Так вот, эти две большие задачи, которые мы должны вот в этом тренинг-центре с вами осуществить, ну и, конечно, общение между собой, потому что в одиночку никогда невозможно было сделать ничего. Кроме того, мы все заинтересованы в успехе друг друга. Вот все до одного. Мало того, что это наши собственные структуры, ну, представьте, если будет одна моя структура успешная, а все остальные структуры неуспешные, то компания Vivasan не продержится только на моей там большой или небольшой структуре. Поэтому мы заинтересованы, чтобы компания продолжала работать еще долгие-долгие десятки и сотни, может быть, лет, потому что у нее очень благородная миссия, и мы с вами к этому причастны. Поэтому здесь мы должны еще общаться, перенимать опыт, и вот здесь не жмитесь, делитесь, спрашивайте, не бойтесь спрашивать, не бойтесь показаться там бестолковыми. Извините, как говорил Томас, когда программисты ругали нас, что мы не могли подключиться куда-нибудь, он говорил всегда, значит, послушайте, вы родились уже с кнопкой на пальце, а мы еще из другого века. Вот поэтому вот как бы вот такие вот дела. Игорь, видим, как вы пьете водичку на большом экране, или это только я вижу? Это только вы, все должны видеть только вас. Я нашел вас. Ага, вы меня видите? Видите? Вот, это то, что я еще хотела сказать. Теперь, что я успела, да, ну, таким вот еще черновым способом, Игорь, конечно, сейчас скажет, и вообще это ни к чему и не нужно, все сейчас будут зарегистрированы, кто присутствовал на вебинаре. Да, Игорь? Да. Да, но я еще тупенько просмотрела и написала список. Я сейчас вам его покажу, если смогу. Я смогу показать демонстрацию экрана? Что-то я пока не нахожу этой кнопки. Вот она. Там в серединочке, зелененькая. Экрана, совместное использование, да. И я сейчас хочу вам показать тот список, который у меня получился. Здесь, наверное, еще не все люди. Кто-то вошел, кто-то вышел. Но я еще не успела тех, кто... пришел попозже. Значит, посмотрите, вот это те имена, которые я увидела, фамилию и имя, потому что мне важно, все, кто присутствует сейчас, конечно, мне совершенно не важно, кто подписан, кто не подписан. Вот эти первые уроки, я даже счастлива и приветствую всех тех, кто еще не зарегистрирован в Vivasan, но кто проявил интерес к ней, вам спасибо и поклон. И мне сейчас не важно, кто, как вы, так сказать, выглядите, зарегистрированы или нет, но мне, конечно, очень важно фамилию и имя, потому что, вот посмотрите, 44
человека, те, которые вместе с нами и с Игорем, и с компанией VivaStars, значит, 42 человека, которые зарегистрированы, идентифицировались как фамилия и имя. И вот, смотрите, вот, ну, мы никак не сможем определить, кто у нас присутствовал просто по именам. Вот. Единственное, кого я, наверное, думаю, что знаю, это Анатолий Марченко. Остальных всех я не понимаю, кто это абсолютно, кто такой замечательный Масяня, хотя я его люблю. И только имена. И... Это Жеребцова Масяня. Это вот. У меня iPad. Просто напиши, что ты Жеребцова Наталья. Да, да. Ты напиши, пожалуйста, вот здесь, где ваши имена, потому что мы не знаем, кто это. Вот здесь вот фамилию просто я не увидела, Наталья, Раф, и дальше не видно просто фамилии здесь. iPhone user all, и дальше тоже не понимаю, кто. А здесь уже кусу, профи, юзер и прочее, вообще непонятно, кто это. Пожалуйста, я вас еще раз прошу, потому что, ну, конечно, вы можете шифроваться первые 4 урока, да, или первые уроки, которые будут открыты, но потом в любом случае мы не сможем вас ввести без регистрации в этот тренинг-центр. Но мне бы хотелось пораньше, потому что для меня это важно. Так, ну что, дорогие мои, спасибо. Игорь, скажите, когда будет наша следующая встреча? И что мы должны сделать до этой встречи? Есть ли какое-то домашнее задание? Или, например, домашнее задание – это вопросы. Или, например, до следующего урока, когда он состоится, 21 числа в 10 утра, я правильно говорю? Или у нас будут еще дополнительные встречи? Значит, домашнее задание будет только одно после этой встречи. Ссылку я сейчас еще раз кину в чат. Вот, заходите, правильно регистрируйтесь и начинайте изучать уроки в тренинг-центре. Лучше, конечно, это сделать с понедельника, потому что я запись нашей сегодняшней встречи обработаю и вырежу из нее уроки по именно регистрации и подключению курсов, выполнению домашних заданий. А может быть, сейчас перепишу так начистую. Вот, и начинайте учиться, проходить уроки. Если есть какие-то вопросы, пишите в чате, в скайпе, я буду на них отвечать. А следующая вот такая общая встреча у нас в субботу в 10 часов. Так, теперь что еще я увидела? Те, кто отвечали в чате VivaStars во время демонстрации нашего вебинара, ну, вас не увидят просто. Поэтому отличайте VivaStars, это группа в скайпе, да, где мы будем общаться, где мы будем, так сказать, какие-то вопросы решать. И вебинарная комната, в которой мы находимся. И когда мы тут находимся, здесь есть кнопочка «Чат». Вот в этой кнопочке «Чат», видите, знаете, да? Вот этой... Ой. Я ее теряю, когда включаю. Ну, о кнопочке «Чат» я рассказывал в видео, как подключиться с компьютера. То есть пересмотрите его еще раз, как подключиться к Zoom с компьютера и как открыть чат, я тоже об этом говорил. То есть нам сейчас большая задача научиться подключаться куда положено, правильно я понимаю? Зарегистрироваться в тренинг-центре и уже начинать общаться и учиться, правильно? Ну да, сейчас вот проблема, почему с Android-устройства у кого-то нет звука на конференции, поэтому, конечно, лучше подключаться с компьютера, но у кого нет такой технической возможности, ну, разберусь, почему звука нет, тоже запишу видео, кину в скайп-чат. Так, регистрируйтесь и начинайте изучать уроки. Я сейчас буду подтверждать сделанные регистрации, чтобы вы могли добавиться в учебный центр. Учитесь, всегда рады. Ну что, всем огромное спасибо. Спасибо за участие, спасибо, Игорь, спасибо, Виктория, за то, что собирала еще до самого конца. Спасибо всем участникам, которые присутствовали. Еще раз прошу вас написать, вот здесь исправить полную фамилию и имя. Успеха, здоровья, красоты, благополучия, ну и успеха, конечно. Вперед, пока. Да, я просто сейчас на два вопроса отвечу. Тут их в чате написали. Кто-то написал, что... А, вот первый вопрос. Номер Ольги Васильевны. Вот тот номер, который я вбивал, 8380, это он и есть. И еще раз повторюсь, если вы неверно вобьете, то просто спонсор не будет найден. Вот. И кто-то написал,
паспорта данные, да, соглашусь, нет смысла их прятать, потому что все сейчас можно найти в интернете. Вот про по воронкам, да, их можно делать очень просто и без всяких сайтов, можно для этого использовать социальные сети, то есть вариантов много. Вот о воронках, о социальных сетях, о ботах, это будет все чуть позже, ну, когда будут пройдены такие основные базовые моменты, потому что сейчас, конечно, для большинства людей это будет как китайская грамота. И еще раз повторюсь, прежде чем учиться бегать, нужно научиться ходить. Так, если вопросов больше нет... Есть, Игорь, а где ссылка на регистрацию «Век роста»? Да, я сейчас еще раз ее скину в скайп-чате. В скайпе или здесь? Нет, я ее скину в скайпе, потому что, чтобы она там у нас была, чтобы все было... Игорь, а где будет выложена запись вот сегодняшней? Запись сегодняшней встречи тоже будет обработана. Это потребует, ну, приличного времени. Сейчас ее еще обработает сам сервис. Потом я ее вытащу на компьютер, и это часа три займет у меня там все это дело порезать. И я ее опять же выложу в тренинг-центр. То есть в тренинг-центре будет отдельный курс, он будет называться «Записи мастер-группы». Там, пожалуйста, все смотрите. То есть вся информация будет выкладываться в тренинг-центре, для этого его и делали. Вот, и какие-то такие простые быстрые вопросы, задавайте их в скайпе, я тоже на них буду отвечать, и записи будут автоматически вываливаться в нашем скайп-чате. А вот второе занятие осведомительное, 28-го, по-моему, говорили, оно будет? 21-е. Да, будет в субботу в 10 часов, пожалуйста. Я надеюсь, что уже через неделю будет достаточно много интересных вопросов, я на них вот так вот всем сразу отвечу, может быть, будут какие-то предложения. Да, просто вот я это почему спрашиваю, чтобы подключить еще новеньких людей, вот чтобы они могли это посмотреть в записи, и на следующую субботу уже, то есть это можно будет так сделать. Да, конечно, и я в скайп-чат тогда выкину еще один ролик, как именно пройти регистрацию. Вот, чтобы, ну, чтобы вы, опять же, в это время не тратили, то есть ссылку кинете своему человеку, чтобы он зарегистрировался, и ролик, как зарегистрироваться, чтобы он посмотрел, чтобы вот эти вот вопросы, какой номер вводить, что заполнять, чтобы их не было, ну, чтобы вам время сократить. Кто-то пытается задать вопрос голосом. Это очень интересно, конечно, звучит. Поэтому лучше пишите. Я вот сейчас чат открыл и смотрю. А когда будет подтверждение, значит, вот сейчас закончится, и я, те, кто зашел и заполнил анкеты верно, я их всех сразу подтвержу. Кстати, я не показал один момент. Там в профиле есть такая кнопочка «Учетная запись». То есть вы, в принципе, при очень большом желании можете удалить свою учетную запись из «Век роста» и после удаления даже на тот же самый электронный адрес, на котором вы были, зарегистрироваться, еще раз зарегистрироваться. Я это вчера несколько раз сделал, когда так тестировал, все это, ну, работает. Но все данные, если вы их ввели неверно, можно править через профиль. А тут сегодня не попал, как он увидит эту запись, если она только в ТЦ будет. Значит, он ее увидит очень просто. То есть вы в скайпе, в скайп-чате будет ссылка на регистрацию и ролик, как зарегистрироваться в тренинг-центре. Он зарегистрируется, да, выберет курс, который называется «Запись мастер-групп». И вот эту всю нашу встречу, он только в обработанном виде, он ее посмотрит спокойно, со звуком на своем компьютере. Да, вот кто-то еще раз продублировал номер Ольги Васильевны, 8380. Первое занятие может в чате выложить. Ну, если хотите, это несложно, могу в чате выложить. Ой, мне кажется, не следует этого делать. Мне кажется, следует сразу бесплатно. Да, пусть, ну, зачем вы создавали тренинг-центр? Чтобы все эти занятия были в одном месте. Понимаете, что смысл вот это вот размазывать? Поэтому, пожалуйста, регистрируйтесь, заполняйте свои анкеты и изучайте все в тренинг-центре. Его можно открывать также через мобильный телефон, кому это очень нравится. Пожалуйста, в браузере открывайте и вперед. А в профиле я изменил номер спонсора и все получилось. Да, ну вот даже вот, да, вот хороший тоже вопрос. То есть если, например, при первичной регистрации, когда вы еще не вошли в сам тренинг-центр, неверно вбили номер, там не Ольгу Васильевну вбили, да, зайдите в профиль, пропишите номер 8380 и подключитесь к Ольге Васильевне, вы начнете пользоваться центром. То есть все легко меняется. Так, ну, я так понял, вопросов больше нет. Если нет, то давайте заканчивать.
Иду дальше трудиться. Так, все, да, всем спасибо. Ольга Васильевна, вам огромное спасибо за то, что так все хорошо нам объяснили. Ой, вам тоже всем спасибо, ребята. Ну что, мы начали. У меня внутренняя такая, знаете, как дрожь и хорошее чутье. С чутьем у меня хорошо, поэтому вперед из песни. Пока, успеха. До свидания.